В подмосковном Подольске выясняют обстоятельства чудовищного преступления. 30-летний житель города убил своих маленьких детей, 4-летнего мальчика и 9-месячную девочку. Они скончались от ножевых ранений. Мужчина попытался расправиться и с супругой. Она выжила и сейчас находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. По рассказам соседей, истекая кровью, женщина сумела вырваться на лестничную площадку и позвать на помощь. Накануне вечером, когда все и произошло, в квартире также находился племянник нападавшего. По информации Следственного комитета, он помешал своему дяде совершить самоубийство. Судя по словам очевидцев, семья считалась благополучной. Такой же вывод можно было сделать по страницам в соцсетях. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. С задержанным сейчас работают следователи. Ему предъявлено обвинение. На допросе следователю он сообщил, что якобы готовил данное преступление заранее, еще неделю назад, в связи с резко возникшими материальными проблемами в семье. Кроме того, он сообщил, что планировал совершить убийство не только детей, но также своей жены, после чего покончить жизнь самоубийством.